мы вчера проговаривали эти акты, те приемки. Это будет конец июня месяца. Технические условия выполнены? Ну, да. А можно какой-то срок? Так я же время тут поступаю. Нет, сейчас уже не указывают сроки. Они действуют до конца срока. Это все водоканал. Конечным продуктом. Ну, всего этого это является акт выполнения технических условий. Я только что сказал, что мы его планируем, что он будет готов со всеми бюрократическими проволочками. Это наконец где-то 20 июня у нас будет так. После этого выполнения, после этого акта ЖЭК заключает договор с водоканалом. Да, по постоянности. До этого момента у нас здесь вода будет, ну, для наших, скажем так, потреб. То же самое. А ничего нам? Нет, технически они выполнены. Сейчас документы находятся в Киевских тепловых мерах. Они выполнены. Нет, еще не подписаны. Они не принимают. Ну, там процедура несколько другая. Вы знаете, но немножко не так. Да. Так точно. Это такие решения отриманы. Зараз, ну, на, скажем так, в них на опрацювання. А сертификат, когда его можно будет посмотреть? Ну, вам Григорий Георгиевич же говорил. Скажіть, нам обіцяли 20 червня, що можна буде зайти на ремонт 20-го.